Хай, всем сами чего добро пожаловать. Far Cry. Я тут немножко апгрейдов сделал себе. Теперь я апнутый опять немножко. Так, и наша следующая цель. Я что-то. А, хотя давайте сюда и поедем. Просто хотел сделать сайт квест, но тут просто мы уже близко, придется потом опять сокращать. Всякое такое. Нет, это слишком. Мясо на разделку! Меня он точно взбесил! Обыскать все! What the fuck? Это медведь? Что, там медведь заварили? Ах так. Где он там? Идеально. Да я, походу, медведь завалил этого чувака. Бронированный. Тут, наверное, бронированный где-то был. Ну, мне так кажется. Ну все, тут у нас есть чекпоинт, так что можно идти отсюда, туда, на то задание. Хотя лучше всего, наверное, будет проехаться. Хотя тут гора. Вот тут просто еще один сайд-квест. Лучше давайте проедемся тогда. Мы еще не закончили. Не поможешь с заданиями в садке объявлений? Сами себе поможете, задолбали. То на то задание еще съездим. А то посылочка какая-то. Да, самое интересное, что это за посылка. Ну, синяя лампочка внутри машины, зашибись. Или мне так кажется, но я просто так поплавал. Сколько, ночь? Интересно, мы еще ночью гуляли? Или у нас был всегда день, когда мы ездили по этому миру. То есть, как я понимаю правильно, сейчас у нас первый раз будет ночью это ну, вообще будем работать, как говорится. Или так просто кажется. Ты вроде стрелять умеешь. А чё? Пострелять?
Ну, ты Бэтмен. Что-то изи. Что за хардкор? О, кто-то играет. Rainbow Six Siege. Эй, я. Умеешь пользоваться? А что, тут кто-то не умеет? Я думаю, ты нам поможешь? Тут собаки совсем одичали. Ходят стаями. Одна из них как-то странно себя ведет. Слушай. Несколько лет назад мой пес заразился бешенством. Он тогда всех кусал, ломал зубы, пускал пену, лаял, как сумасшедший. Думаешь, есть пес с бешенством? Да, я ее видел вчера. Мой пес выглядел так же. Скажи, где искать. Спасибо, но ты осторожней. Она вожак стаи. Другие собаки к ней не суются, но ее стая всегда рядом. Ну, могу собаку лить. Так, гранаты есть, так что попробуем так. Эй, собака, сюда иди. Сейчас поговорим. Че, ты не имел в виду, что с людьми нам надо будет поговорить? Хотя это главное. Shit. Что это главная собака? Собаки что ли? Обезьяны? What the fuck? Ничего себе. Я-то думал, что это надо так за собаки. Окей. Удивительно. Где главарь-то сам? Ты? Да реально нет. Ладно. А мне что, больше шкура-то никуда не нужна была, что ли? Мне кажется, эта шкура куда-то еще нужна была. О, рюкзак. Надо вот эти путь охотника делать. Наверное, можешь сейчас скоро начать просто их поделать немножко. Патроны, надо вот это сделать. Потому что патронов у нас мало. Кабанчиков нам будет типа походить на кабанчиков. Ну что, с вами поохотимся. А эти легендарные, я бы, наверное, как понимаю правильно, надо делать эти задания.
Не, она типа охотится. Не, задания типа такие. Типа охота и так далее. Вот на таких, наверное, это будет. Можно добыть. Просто так, вот для каждой вещи надо... Ну, я разобрался с проблемой. Спасибо. Другая это, другая шкура. Но тут уж или они, или мы. Они тебя не укусили? Нет, но если увидишь пену изо рта, сразу убей меня. Пойду куплю ружье. Что смешного? Пойду я уже. Пока. Бай-бай. Так, и как мне там добираться, интересно, если поеду вот так, я, наверное, до туда не доберусь. Надо приехать, надо будет ехать в обход, походу. Даже другого пути я не вижу. Конечно, можешь как-то постараться заехать на эту гору. Я не думаю, что это возможно. Хотя всякое может быть, так что... Не, fuck this. Опять рассвет, да ничего себе. Ночи у них вообще короткие. Понятно, почему их мало видел. Я особо не замечал, потому что это... Они короткие эти ночи. Столько машин, а? Все такие же. Наши пацаны самые опасные пацаны. Так, куда тут ехать? Надо вообще вниз ехать. Или просто насквозь. Лучше бы на дорожку подняться. Всякие пожарные, вдруг что. Да уж, да, далеко я еду тут. Ну что поделать, сайт-квесты не такие, их надо делать. Я, наверное, даже... Кто-то там что-то захватить. И даже меня потерять. Обязаны просто. Вот еще тут, да, их уже территория. Джунгли какие-то. Так вот. Что сей? Давай такие же. Тут? Да? Джейсон Броди? Слава богу! Слава богу! Мою дочь похитили! Куда ее взяли? Очень далеко. Я не знаю. Кто это был? Пришельцы! Пришельцы взяли мою крошку! Просто успокойся. Этому должно быть разумное объяснение. Да, оно есть. Я потерял их ящики, и они взяли ее на свой корабль. Ладно. Они дали мне сканер, чтобы найти груз, потому что сами не могут здесь у нас выжить. Чуешь? Но те ящики меня пугают. Расскажу секрет. Авария из-за них. Я чую. Почему-то я сомневаюсь. Пришельцы хотят убедиться, что никто не украл коробки. Если найдешь их для меня и сделаешь фото штрих-кодов, они поднимут груз на свой корабль и вернут мою дочь назад. Я заплачу. Ну, дело твое. Что наготовит?
Ну это за башня. Точнее, антенна. У нас же тут недалеко, да? Ну, недалеко. Сейчас как раз оттуда пойду туда, а потом оттуда спущусь. Возьму награду. Как говорится. И тут, конечно же, эти... Ты же вообще с ракеты сунул? А тут чё, медведь? Ё-моё, медведь, здорово же. Плюс хилок у меня нет, такого выхода не было. Плюс сейчас ракеты с бедным медведем валить. Где штрих-код? Где-то внутри, что ли? Ничего себе. Тут информация, нет? Да, что-то это задание, я-то думал. Вот веселее что-то. А башня где-то в той стороне. Вы серьезно, я вниз не хочу. Как хотите. Вот спущусь вниз. Давайте это подумать.
Я сказал, что где-то там. Конечно, все понимаю, но я моя. Я уже из награды получил нормас. Сначала башня, да ё-моё. Мне придется пешком-то тащиться наверх. Ах, ё-моё. Ладно. Ну, уже это не так смешно, это было смешно, момент такой. Это так делал, то поднимался в школу, в гору, было прикольно. Такой, ха-ха-ха-ха. Вот так делал. Так быстро. То ничего себе. Вот это хардкор. Почему никто не чинит эти башни? Починили бы хоть пару штук. Там. Опа. Ух ты. Я пойду потом отсюда захочу вот эту точку, а потом и вот эту захочу со временем. Мне сейчас лень, потому что хочу делать сейчас мейн квесты. Так, значит, Steam не лан. Так, сейчас сделаю вот так вот. Опа. О, ФАМАС. Ха, ФАМАС. Ой, гранта нет. Ха. А тут пей. Огненный. Экипировать вместо этого. Может, дробашом побегать когда-нибудь. Штурмовые винтовочки.
О-о-о! Психический прицел. О-о-о! Ага. Ой. Вообще топчика оружие требует. Ой, подожди-ка. Сейчас могу продать с полной этих шкур. А хотя не, шкура медведь еще рановато, давайте. Вот эту можно отдать и вот эту. Спасай. Собаки можно отдавать спокойно. Биолист. Птиц. Оленя можно давать. Все, да? Теперь еще раз. Я без глушака не хочу никуда идти, ё-моё. Ладно. Дополнительно все хорошо. Купим сейчас денег, чтобы не будет нормально. О! Купенная пушечка. Вот иногда надо собирать эти штучки, а иногда не надо, вот реально. Ну, я нашел тут здесь сокровищ. Вот, что у тебя полно денег, а потом их вообще нет. Жизненно, так что. Это нормально. Так. Это, наверное, враги, да? Это наш. Ну там нечего паниковать, только они что-то делают непонятно. Понятно. Что за черная фигня на карте? Так. Надо пропускать. Я не понял. А что, взорвать что ли? Я могу. Погнали. Все. Все. Надо еще одно найти. Что просто было? Джейсон, не кипятись ты так. Я с тобой в игры не играю. Я просто зритель. Но я жду хорошего шоу. Дай пройти. Нет. Сначала преподам тебе урок истории. Готов к этому? Тогда слушай. Представь. Здесь мы видим настоящую иронию в чистом виде. Чёртовы япошки. Они создали какую-то особую организацию, чтобы найти забытое богатство и тем помочь империи. Но ребятки не знали вот что. Они построились прямо над этой хренью, что искали. Ну давай спроси, что они искали, Бак. Нет. Высечь бы тебя. Да посильнее. Но знаешь что? Я лучше высеку Кита. Они искали Чао Сука Яна. Флагман, на котором ходил знаменитый китайский адмирал по имени Джен Хэ. Херня в том, что он умудрился скрыться. С кучей добра, включая, да, мой чертов нож. Это все. Береги себя. Урок окончен. Ничего себе. А чем будет делать, если как бы нам он тоже же нужен для квеста? Основной линии, типа отдать той, как там ее звали. Той тетеньке.
Полно тараканов. Что, тоже? А нет, не надо. А, уже готов. У меня ракетница с собой. То, что если что, взорву тут все. Так. О, черт. Здесь люди Васа? Боже, пусть это кончит. Это место меня пугает. Свалить бы отсюда. Ничего себе. Пушка с пушкой. Это у меня не игрушка. И какая-то киберфигня. Она прям огнем стреляет. Или мне так просто показалось. Она реально огнем стреляет, это тупеть. Чистка. Дела сейчас у нас не очень. Все нормально, да? Фью, вот этот пулеметчик тут, конечно. Вот так вот. Там их не точно врагов не должно быть, потому что как-нибудь попадут. Кожа. Две кожи просто, ничего себе. Да в смысле?
И мне походу прыгать, да? Ой, каркас дела, купец. Прокатильщик, вот это да. Ну да, тут точно не должно их быть никого. Так, Джейсон, сыграй в Индии. Индиана Джонс! Работала. Да, бац, люди вас. Вот был прикол. Ой, как же банально, вот просто. Нельзя было что-то. Какие два ключа? Сейчас скажи, как ты собираешься залезть? Эта вода, конечно, поднялась гиперскоростью. Че, еще что ли? Окей. Тихо. Второй способ был чуть-чуть элементарно. Ubisoft, ты что-то вообще... Смотри, тут такие дырки, почему не забыл? Тут такие дырки в потолке. Слегка странно, что они не залезают напрямую сюда. Тут что-то будет, да? Сейчас нас кто-то встретит. Да уж. Дом мод. Было написано. Друзья, мод дом. Как ты меня находишь? Я знаю. За тобой же тянется след из трупов. Тебя и слепо глухонемой найдет. Впрочем, мне все равно. Ты идешь? Давай, дай руку. Я не нашел нож, доволен? Не-не-не-не-не, Джейсон, я недоволен. Я просил найти сраный нож, но ты не можешь, потому что слишком ленив, чтобы просто его принести. Заигрался, что ли? Хорошо. Мы с Китом тогда тоже во что-нибудь поиграем. Я нашел только это кольцо. Так оно же явно от компаса. Ну давай, засовывай. Это что за чудеса? Мое сердце трепещет в предвкушении. До встречи, Джесс. Ты знаешь, куда я могу пойти, да? Нет, друг. Знаю, куда идешь.
Магическая фигня. Исчез. Просто испарился. Как далеко это место? Да. Погнали. 500 метров недалеко, так что сейчас быстренько пробежимся. Можно еще фигню сделать. Сейчас могу бегать с гиперскоростью и все. Полезно. Так. Давайте прокачаем это тогда. Я хотел, наверное, что-то другое качать, но я уже забыл, что хотел качать. Так что вот. Ну, можно, короче, по этой еще ветке покачаться. То есть сюда нет смысла вообще идти, да? Так что нельзя делать, ну так же ходить, как в Праймале. Ну, знаете, там у тебя крюк, там можно было забраться и всякое такое. Просто было бы удобно. Так нет. Та-т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 а. А когда меня все раздражает, я сейчас с этой пушки тупо стреляю. Ведь... Здрасте. Ну-ка сюда иди. Тебя и твоих дружков зарежу. Собачки. Я это делать не буду. Я сегодня никуда не долечу особо. Возьмите зеленые листики. Всякие пожарные. Ну, сделаю хилки, наверное, потом. На всякие пожарные. Он просто дает много этих всяких вещей, так что почему бы еще с ним взять. И сейчас можно кучу просто хилок создать, смотрите. О, даже улучшенный. У нас голубой листик нет. Вот так все. 5 хилок. Все-таки он знает. Как? Ты дурачок. А ты не быстро сюда добрался. Лично я боюсь, что у тебя пропал энтузиазм. Но, Джесс, не волнуйся. Взять Кита. Кит теперь все время плачет. Он становится нытиком. Заткнись. Не-не-не, у нас опять урок истории. Слушай, помнишь Джен Кая? Его корабли везли богатство для династии Мин. Помнишь? Да, мистер Баксер, конечно помню. Отвечай так. Когда я задаю вопрос, ты отвечаешь, ладно? У долбанного Джен Кая был капитан Линкон. И Линкон решил, что одному лучше, и ушел на судне Чао Янг с трюмом полных ценностей. И поселился прямо тут. Начал порабощать местных, но Джен Кая... О, чертов Джен Хэ, нашел и потопил его империю за пару лет. А что с сокровищами? Отличный вопрос, Джейсон, умный. Сокровища? Сокровища. Неизвестно, где они, не на судне. А Линкон?
Ублюдка тоже не найти. Этот чертов клад искали все. В том числе и япошки, весь остров перерыли. Но никто не знал, где он. Ты уж не мешкай, Джесс. Иди. Удачи. Да уж. Пошлите в шахты. Так кто? Класс. Иду прямо под обвал. Так кто-то был? Или меня уже... Патроны для пистолета есть? Спалился я? Хилимся. Я тоже. Снайперы. Надо притормозить. Горит. Так. Потно тут тоже. Чуть-чуть тут все потно. Ну-ка.
Ну, вас они многовато ли, а? Чуваки. Не тупите. Меня обижать нельзя. А то я вас обижу. Ракеты! Боссы. Попробую фокус. Нарвас. Там теперь тоже не должно быть больше этих чуваков, потому что мы их всех завалили. Возьму его шкуру. Может, надо? Да, это не страшно. Ага, испугался, упал. Тупик. Не думаю. Тут должен быть выключатель. Откуда ты знаешь, что его надо было подтянуть, а не повернуть? Я бы повернул бы, вот честно. Теперь типа выбирай, куда идти. Конечно же туда, куда еще? Окей. Туда не пойду. Я что-то передумал. Вот ты ящера. Ладно, мне вообще она не нужна, эта шкура больше. О, Tomb Raider. Welcome to the Tomb Raider, guys. Welcome to the Tomb Raider. Так. Почему у меня плохое предчувствие? Ну, это просто ты сейчас спустишься и больше никогда не поднимешься. Ничего себе. Ого. Нормас. И... тебе повезло, чувак. Тут не умирай, а? Еще рано. Все, все. Давай, змеюка. А? Окей, я понял. Уху! Прикольно. И правда Tomb Raider какой-то получается у нас. Ого. Ты не боишься вообще все подряд открывать, а? Все рушится. Правильно! Я же сказал. Ну что ты стоишь? О, май fucking god, ну какой ты же тупой. Зачем стоять на месте, если ты видишь, что все обрушается? И вот это я никогда не понимал. Вот и в фильмах, и в играх так делают. Почему? Если все рушится, то вообще нельзя оглядываться, тупо бежать. Кердец какой-то. Ну почему так в играх и в фильмах так сильно тупят? Я просто не могу.
Ничего себе, ты паркурист, ё-моё. Конечно, тупой, но паркурист. Сейчас он нас встретит, скажет, молодец, опять нашел какую-то фигню, ну ты еще. На мне жучок, да? Да ты мой любимый ученик. Эй, не подходи. О, так теперь ты тут главный, да? Гектор, я тут, похоже, больше не главный. Так что разбирайся и не забудь спороть кита от паха до шеи, ладно? Но стой! Постой. В чем дело? Ты здесь главный. Гектор, все хорошо. Я снова главный. Да не трогай кита. Так, как успехи с ножом, а? Думаю, я близок. Близко, сэр. Ты шутишь? Ладно, ладно, близок, сэр. Давай, собирай компас. Ну все. Я отчаливаю. Удачи. Чё? Готово? Окей. Молодец я. Ну что ж, народ, спасибо, что смотрели. Дальше продолжим уже в следующей части. Вот. И у нас следующее задание. Вот. В нашем же районе. В нашем захваченном. Вот. И увидимся там. Всем покеда.